Доброго всем времени суток, с вами Тексер, Манор Лордс. Моя маленькая эта деревня. Земля под паром. Пшеница. Сжечь. Было не задано ни хрена, поэтому, видите, они ничего не делали. Ладно, буду надеюсь теперь делать. Поздновато сажать, что там июль, но ладно. Чуть ускорим. Пилораму надо, пилорама это доски. Не знаю, работает? Да, видите. Но они руками фигачат. Но я надеюсь, какой-то урожай будет. Хоть какой-то. Тут что у нас? Тут что-то производить должны. Курятник. Пассивное поступление яиц. Хрен его знает пассивное. Ну, типа, поступают, ладно. Так, пилорама, фигня. Давай, человек. Нет, не знаю, к 7, чтобы погонять валов. Спасибо. Я прям рад. Даже с пилорамы всех снял. Мне нужны люди. Охо-хо. Давайте я попробую бахнуть еще дом сюда. Два дома, ну ладно. Фигачьте. Хорош мел лучше всего. Ладно. Может, так я приманю к себе народ-то как-то. Плюс 2. Или стройте новые. Расширяйте или стройте. Расширим. Пусть у меня будет больше 7. Ну, народ нужен. Кладовая материала заполнена. Какая кладовая каких материалов? Непонятно, ну ладно. Где-то нахреначили. Где непонятно. А, бревна нахреначили. Ну все нормально, бревен много. Ты куда, куда ты повел лошадь? Не лошадь, быка. Ладно, тот повел. Вала повел. Так, мне перевести, переместить. Мне бы тебя как-то переместить. Вот сюда давай. Само переместилось? А нет, должны нести. Ну ладно, пускай несут. Шесть плюс два. Как это работает? Тут улучшить, тут не расширить. А вот это прям ого-го, да? Расширить. Ладно, пока не буду свирепствовать, посмотрим. Одну из двух. Хренач, хренач, мне семьи нужны, чтобы работали, работали все, все, все работали. Но эти хранения обеспечивают, им надо. Топливо, разнообразие, пищи. 75 мест под ларьки, не может быть, чтобы 75 мест было. Но никто не хочет ларек пока строить. Вот так вот. Дрова вон есть и все. Сейчас посмотрим. 6 плюс 2, что изменится, когда тут дом построят. А что, ходка, они поле-то копают. Смотрите, пол поле уже зафигачили. Одно семейство. Умеют.
Одна семья без назначения у меня. Ну-ка давай. Блин, ну ведь опять нужно для строительства. Ну что ты будешь делать? Не могу я прям доски напилить. С ополчением тоже ни хрена ясно, не ясно. С меня налоги не взимают, здорово. А я не знаю, как деньги получать. Достаток региона. Припасы. А, это разобрали. Ну ладно, выйдем мы в какой-нибудь какой-никакой плюс-то, я надеюсь. Привязная стойка. Ну ее просто поменяли. Два дома сразу строят. Вот упыри. Я бы сказал три. Один перестраивает. Кривоват как-то строит, ну пойдет, я думаю. Му. Тебе и му. Тихо, не рычи. Сортир построили. О! 7 плюс 1. Постройку совершенствована. Получит. Одежды на рынке пока нет. Тут уж ничего не могу делать. Тут что у нас живет? Одна семья из двух пока живет. Ладно. А теперь у меня есть свободные семьи? Хотел бы я знать. Обломись. Нет у меня дополнительных семьи. Чё за жопа-то? Ну сейчас будет 8, наверное. Восемь. Расширяем еще одних. Это нерасширябельная, нерасширябельная. Сгинь. Давай тебя расширим, чё нам? Десять семей. А теперь... О, теперь не пристает, нормально. Мне хотя бы по одному человеку рассадить вот все вот эти производства. Давай вот так. Ищет кого-то. А никого нету. Они строительство заняты, я понял. Дрова пока не горит. Приоритет поля, ага. Пшеница. Так, что такое? Распашка. Засеивание. Угу. Постройку совершенствован. Первый уровень. Ну ладно. Строят. Ну, с духовностью пока все не очень. Седой на рынке, в принципе, тоже. Не хватает. Еще семей надо. Вот у них ограда кривая какая-то.
Просто охотников запущу, будет мясо и шкуры. Мясо и шкуры — это прям здорово. Так, тут у нас люди есть, да. Ну, если без... ну... вот непонятно, что с ларьками вот так. Ларек один. Видите, ларек с дровами, больше ничего. А у меня вообще обе эти кучки чем-то занимаются. Кучки колдовщиков-логистов. Что, построили? Молодца. Только семей 11 не стало. Ладно, чё? Что было? Не надо меня так пугать. Чё тусковато? Come one, come all. Feast your eyes on our fine selection. Да, блин, не то сделал. Перещелкнулся. Тут чуть перекошено. Плохо. Стройте. Нужно больше семей. Ну чё? Come on, people. Get to work. Хрен там плавал. А плюс 2 это потенциально, да? О, еще строить что-то, что ли? Погодите. Да не построено. А, люди у вас тут живут? 0 семей. Ну я прям строю в запас сильно. В августе сеют. Весна сажаем, весна выкапываем. Ну такие. Да, ну ягоды есть. Не хватает. Опять что-то не хватает. 5 бревен. Отлично. Что там на церковь-то надо? 20 бревен. Давай, ладно. Люди нужны на стройку. Сентябрь, осень золотая, блин. А я только посею. Это та зима, мне кажется. Весной будем собирать. Бревна подрастащили. Ну, ягодки собирают, да. Это пасмурность, это... что вообще дело к снегу. Засеивание. Вы не засеяли еще, пыли. Будем сеять вот. Ну, бегают. Слушайте, а ягод-то зимой не будет. Ну, перераспределим. Ты кто такой? Откуда шагаешь? Ты, блин, калик-перехожий. Ты фиг ли тут забыл? Иди отсюда. 11 плюс 1. А 15 рыл у меня как и было, так и есть. Низкий уровень удобрения. 10 мужиков, 5 баб. Вот так. Построили, да? Молодцы. Пилить кто-нибудь. Еще есть? Больше нет. Ну, надо религию бахнуть. Тогда будет одобрение. Ты собираешь что-нибудь? Добавить травяной сад. Ну, пока не могу. Доступ к травам. Ну, блин, где я бабло возьму? Сейчас напилят досок, построят церковь.
Может, одобрение апнется и тогда. Будет мне счастье. 20 надо, да? Вот. Тут чего? Пока все богато. Тут чё? Не, все, сеять закончили. Что успели, то успели. Дома стоят пустые. Правильно, правильно. 49. Пошло вверх одобрение. Выбор еды на рынке появился. Да? Я бы не сказал, что на рынке есть выбор еды. Ну ладно, видимо, вот на этом рынке выбор еды. Выбор из ягод. Хлеб весь заточили. Ну, желтое одобрение такое себе. Давайте ускорим это дело. Но, блин, давай. Я вот не знаю, откуда человека можно снять. Все задействованы. Да, я могу с фермы теоретически снять. Теоретически. Десять бревен, еще столько же. Доступны новые отряды наемников. Да ты что? Рекрутов нет. Одобрение 49. Плюс один, ничего. Плюс один, ничего. Ничего, ничего, ничего. Плюс один. Куда дели? Часть припасов украли разбойники. Вот оно, блин. Так, а все сюда уносят доски-то. Я уже могу строить. Прекрасно, убирайся. Так. Церквушку мне, пожалуйста. Ох ты ж, елки, какая ты крупная. Давайте опиум для народа вот тут отпьем. Пошли работать, правильно. Так, что у меня там еще есть? Яма для трупов. Ну, пока переживу. Тут план выполнен. Тут пока не очень. Карьер. Да. Полной погрузки пока нет. Меновая торговля. Рано, рано все это. Это мы построим. Дом овцеводов. Тоже ничего так. Только надо овец ввести. Горн, кузнец, печь для обжига. Что там делает? Черепица. Черепичную крышу можно фигачить. Сладильня. Ничмея нет. Сыромятня. Шкурку надо будет. Ткацкая из льна. Понятно. Красильщик из ягод. Краски. И чё? Ну, продавать все можно, я так понимаю, да? Пока ничего. Торговля с котом нужна. Но потом. Глина. Усадьба. Усадьбу пока не буду. Мне кажется, с усадьбы меня сразу налогом обложат. Пятьдесят один, смотрите. Так, одна семейка у меня ничем не обеспечена, ничем не занята, да? Это шикарно. Давай, охоться. Да ты смотри. То есть вот эта одна семья, это у меня строит. Приближается зима. А что так страшно-то? Так, давайте вот тут уберем ягодный. А сюда добываем. Добавим. Потому что зимой ягод не бывает. А она приближается. Так, что у нас тут? Ну, растет. Но вырасти не успеет. Ну ладно, по весне. А, топливо 2 месяца, я понял.
Надо срочно как-то с людьми прибавить, потому что кого-то в дрова надо послать. Я понимаю, что строитель в дрова может идти. Строитель вообще всегда может в дрова при любой обстановке. Камень. У меня где-то есть камень, да? Да, у меня есть камень, как раз на церковь ходится. Эй, народ, вы строить будете? Что-то как-то вы... Нет. Изготавливает вещь. Это что это охотник изготавливает? Ладно, даже не буду... Не, даже не буду думать над тем. Что он там может изготавливать? Что тут? Натащили? Таскают. А чё бычары-то не пользуетесь? Ироды. Вот на горбяте они всё таскают. Дам малого хлеба, мне пока не надо. Человека нет. Ну, человек у меня вообще редкость. Ну, люди берут его, когда используют, когда бревно вести, они его берут. Ставить специального человека для управления я, пожалуй, не буду. Не хватает людей. То есть, смотрите, 12 семей у меня вместимость, да? Но семей всего 5 на самом деле. А вмещается 12. Я прям такой запас сделал, что пипец. Меру достатка генерят. Требования не выполнены. А, ну вот эти требования не выполнены. Надежды, духовности, вот это вот не выполнено. Полтишок. Мы работаем. Мы таскаем доски на горбятине. Немножко беда с дровами. Но я надеюсь, хоть чуть-чуть увеличить как достаток. Шкура, мясо. Хорошо. Мясо можно потреблять в чистом виде? Сейчас 19 будет там принесли, да? Что-то не прибавилось. Подошел, что-то постучал. А, он камень принес. 19-20. Все, сейчас. Осталось каменюги натащить, но каменюг больше нету. Надо будет карьер строить. У нас пока очень скромно все. Интересно, там бегают. Два месяца тоже не пугает, топливо на 2 месяца, а еда на 20 месяцев. Представляете, как я богат едой, да? Я прям фигачил в еду все лето. Потому что это самое хреновое, что может произойти, когда нет еды. Дрова можно заготавливать и зимой. Это пофигу. 51%. Да-да-да-да-да, выбор еды на рынке. Мы... Топливо заканчивается, молчи, не пугай, месяц, да? Я понял. Ладно, давайте пока твой охотника аннулируем. Лагерь дровосеков. Мне сейчас церковь построить, чтобы еще какая-то семейка пришла и прям зашибись было. Сейчас у меня одна семья строителей. Работает. Я могу ее на что-нибудь пустить потом. Еще 3 камня привезти. Я не пойму, почему палатки с едой на рынке нет. Вот не пойму. Погодите. А, это 2 палатки. Вот вторая с едой. Все, я понял. Вот еда. Короче, вот тот дрова. Вот это дрова. А вот это еда синяя. Смотрите, с огорода идет морковка, а с курятника идут яйца. Разнообразие пищи есть, и это прекрасно. Ну так, дроворуб фигачит. Чья религию захреначим, будет все у нас. Страшный звук.
Чего там строить-то осталось? Процент строительства нет, жалко. Доступного отряда на юге. Спасибо, денег нет. Денег нету. Где мои деньги? Десятка лежит и все. Так, а я могу что-нибудь там указы, что-нибудь такое фигануть? Развитие. А сейчас развитие? Ноль. Я пока ягодный... Вот это еще надо было бахнуть. Но пока нет ничего. Указы. Вранидоспис заблокировано. Блин. Строгий пост. Снижает уровень одобрения. Ай-яй-яй. А почему вранидоспис заблокировано? Вы упыри все. Производство нет. Ну, немножко осталось. Я надеюсь, у меня семью священников не надо будет нанимать. Назначать. Ты, блин, коллег перехожий. Две семьи. Yeah. 18. Втихаря семейка пришла. Это прекрасно. Да-да, стройте, стройте, я доволен. Так, видите, уже на 6 месяцев. Мы так. Общественный порядок прекрасен. Еще бы. Все тут живут, как не знаю. У Христа за пазухой. У нас христианство, церковь-то какая. Ну ладно, знак перона не видно, значит христианство. Ну что, построили? Давайте быстрее застраивать. Я говорю, не терпится. Ну, чтобы больше народу пришло. Поле. Я же говорю о зиме. Церковь завершена. Что у нас тут? Звук колокола. Потом звонит колокол. Давайте еще. Свободных семей нету. Ждем. Уровень духовности. А теперь нужен запас одежды на рынке. С этим... Честь припасов крыли разбойники. Только козлы. Это не разбойники, это воры. 6 семей назначить. Что у меня? 6 семей? Ну, лопалойки, да? Так, 3 человека семья. Ну, то есть, семейку... Священников мне пришлось назначать. Топливо 7 месяцев. Ну, до весны-то дотянем. Так, ничего, мне надо дубильню строить. Сыромятня. Ну давай. Сейчас скажешь, семьи-то нету. О, да. Я вот этого сниму пока. Там на 7 месяцев наготовили дров. Нормально. То есть 36 человек у меня, в принципе, могут в деревне сейчас жить, да? Ну да. Видите, во многих домах даже не живут. Наверное, или живут. Но живут. Сразу не видно. О, две семьи живут. Нормально. Что-то у нас по бревнам-то. Кончается постепенно. Ну ничего, еще нарубим. Там, потому что надо с лесником заморачиваться. Так, что со жрачкой? Мясь одно. Это неправильно. Так, я не понял.
Ага, сидят, молодцы. Что-то у меня свободное семейство образовалось. Странно. Я попробую задействовать. Будут орать, значит я тогда... А, не занятое должно быть, да? Понял. Все, оно должно быть пустое. То есть одно вот должно перевозкой строительством заниматься. Ноль, это не значит, что одно занято. Но они сюда кого-то еще сажают. Люди! У нас разнообразие еды кончается. Ну тоже куху навал. Инструменты уезжают постепенно, это плохо. Давайте. А что ты делаешь? Удалай это материала. Блин, не написано, что он делает. Из шкуры делает кожу. А что из кожи делаем? А ничего, мы кожу делаем на продажу. То есть единственное, что еще можно делать одежду, это лен. А кожа это доспехи. Оп! Семья прибыла. Красота. Охотники, да, работают. Что у нас? Январь суровый месяц. Давайте бахнем еще поле. Нам нужен лен. Как показала практика. Ну, как показала та же практика, поля нужны небольшие. Пшеница это еда, а лен это одежда. Одежды так много не надо. К сожалению, одежду из шкуры я не могу делать. Это плохо. Ледер. Да, ледер. Железо нам не нать, а вот нам нать. Где наша нать? Наша нать, камень. Погодите, а глина где была? Вот, месторождение глины. Ай, а глина это люди. Ну, пыщ. Полено туда одно, хорошо. Что-то мне про удодов рассказываешь. Запас одежды на рынке. О, что-то новенькое. Ларек с одеждой. Кожу продают. Я угадал. Ну, я думал, из кожи надо будет еще какой-то домик делать, чтобы из кожи шили одежду. Нет. Оно так работает. Шикарно. Фигачат. Это не стирают, да? Ну, будем считать, что мнут. Был такой. Никита Кожемяка. Так, в карьер мне нужны люди. А, для людей в карьер мне нужна свободная семейка. Вот эта разгонная семья одиночная, я пока ее не буду трогать. Мяско есть, прекрасно. Подождем, пока кто-то еще придет. А между тем, что я могу построить? Пасека зашибись бы. Эль не могу. Это все рано.
Овцеводы хорошо бы. Но сейчас нельзя. Не из чего. Черепицу. Такой хрен мне черепица, я тебя пока не могу понять. Мастерская красильщика. Опять же, семья нужна. А, вот глина, кстати. 15 глин надо. Вот, начальная дружина присоединится. Угу, все. Так, свободная семья, вы попали в рабство. Ну ладно, я думаю, сейчас еще присоединятся семьи. А тут какие-то апгрейды, может, нет? Ну, наконец-то, мечтался апгрейд. Well, perhaps it was simply a bad batch. These things do happen from time to time. И мне дадут безвозмездно начальную дружину, что тоже хорошо. Как там мой карьер работает? Ну, типа да. Да, вы посмотрите, какой одобрямс у меня идет вообще. Давайте прорастайте уже население. Ну, пилорам что заполнено? Ну да, одно бревно там лежит. Прибыла семья. В амбаре мяско есть. Че, тут 6 бревен. А что тут люди делают? Непонятно, ну ладно. Ну чё, мы не голодаем, я так понимаю. Просто сидим на ягодах и на мясе, ну тут деваться некуда. Колдовая, кстати, не сильно большая, улучшить до большого склада. Толково. Давайте. Ну тут пока не надо, тут мяса мало. А ты увеличиваешься? Нет. Ну и ладно. Тут надо. Травяной сад, блин. Тут ничего. Не, к этим ничего. Скоть. Чего скоть? Нет скотя. Ну сейчас апнут. Будет большая эта штука. Доски в ней же самой заключены. Человек сюда надо. Блин, настроек не хватает. Ладно, тогда. Тогда пока без. Лагерь дровосеков пока сработает. Так, я пока не вижу, куда у нас глина. И как у нас глина. И чего у нас глина. Пока все тут копится. Так что 20, что ли, надо было глина на этот? 15. Сейчас ничего нет, потому что склад не работает. Так, лен я сделаю. Будет еще одежда. Но постепенно, может быть, даже в торговлю выйдем. Сейчас склад расширят. Сейчас припасы украли разбойник. Яйки украли. Очень хорошо я построил при домах вот это вот. Там яйца, морковки. Прям вот хорошо, что построил. Или не построил, не знаю. Не, ну они же идут, значит построил. Послушайте, все улучшено. Чего вам не это?
Древние жители вырастут. Ай-яй. То есть, смотрите, они всем, в принципе, довольны. Я выполнил. Можно улучшать, метку бревен нет. Семнадцать глины. Ну, прекрасно. Еще семейство надо. А так все растет, процветает. Игра сохранена. Ну давайте на этом закончим. Жмите, пишите. До новых встреч.